жилой дом в деревне Летово. Земельный участок 4 сотки. ИЖС во дворе, гараж, беседка. Там правее есть еще для личного пользования колодец. На первом этаже у нас туалет, ванная объединенные. Вода у нас поступает из централизованной скважины в поселке. Бойлер установлен. Система. У нас насос. И у нас эта вот система водоочистки. Осмос. Хорошо чистит вода. Питьевая. Тут у нас душевая. Все оборудовано. Гостей. Что у нас тут? Спальня. Для гостей на первом этаже. Зеленый двор. Потолки высокие. Стены дерево обработано. Это у нас гостиная. Очень светлая. Просторная. Четыре окна. Это кухня. Оборудовано все. Плита. Электрическая. Удобная планировка. Площадь перед домом, ни одну машину загнать можно, помимо гаража-то. И пойдемте на второй этаж. На втором этаже у нас три спальни. Это у нас самая маленькая. Отопление, электрические конвекторы. Вполне справляются. Вокруг все утопает в зелени. Так, это у нас хозяйская спальня. Два окна. Самая большая, 14 квадратов, третья, ну, чуть поменьше, ну, на втором этаже, естественно. Я еще фотографии сделаю. Тоже. Ты еще не туалет делал. Есть. Стиралка стоит. Балкон. С балкона вид, ну это просто шик, блеск, красота. Вот. Двор. Гараж. Беседка. Вот. Здесь у нас шаговая доступность, да. Пруда белого лебедя там нету. Это подъезд к деревне. Асфальтированная дорога. Свободная до метро 5,5 километров. Рядом школа частная. Летово международная. Въезд через КПП. Охрана круглосуточно. По всему периметру камеры установлены.